последний раз говорю вам, это безумие! Да ты совсем рехнулся, Центурион! Ты знаешь, кто я такой? Я главный казначей провинции! Собираю дань для великого Цезаря! Они тут пьют волшебное зелье, их нельзя победить! Они вас всех покалечат! Да что ты несешь? Пойди с дороги, тупица! Добро пожаловать, римляне! Спасибо, Гал! Я прибыл, чтобы собрать дань для Цезаря. Эти деньги не пропадут зря. Они пойдут на строительство дорог, на содержание войска, чтобы защитить вас от врагов, и на пособие инвалидам. Ну да, я все понимаю, но это такая большая честь для нас. Он чрезвычайно нас обяжет, приняв от нашей деревни этот скромный дар. Астерикс, Обеликс, принесите же дань для великого Цезаря. Что это? Это то, от чего римские воины избавляются всякий раз, когда пытаются напасть на нас. Просто так легче улепетывать. Если сдать это приемщику лому, выйдет совсем неплохой навар. А можно сдать перекупщику. Вот хотя бы этот шлем. Из него выйдет хорошая лампа. А из этого куска железа выйдет отличная вафельница. Я вас уничтожу! Мое родное, мое золотишко. Со мной он так никогда не говорил, даже в день нашей свадьбы.